Всем привет, друзья! Продолжается вечер. Игровой вечер SLTV Star Series. С вами Слэм и... И Страйк с вами. Итак, ну что ж, мы подходим вплотную к матчу, наверное, сегодняшнего вечера, который все ждали, не могли никогда ждаться. Карта у нас будет повторный Мираж. Ну а команды всем, наверное, до боли знакомы и известны. И SC Gaming, и команда ELTZ, которая только что уступила российской команде DAT Team. С очень, я бы сказал, неплохим счетом, скажем так. Да, напряженная была зарубка такая, счет получился у нас 16-13, если не ошибаюсь. Да, в пользу датов. Ну, ELTZ старались потащить, но что-то почему-то как-то у них не срослось. Не хватило, можно сказать, вот опыта, не знаю, чего еще. Я считаю, что рандомная первая половина в исполнении дат тим выглядел счет абсолютно рандомным, он мог быть вообще разным. Ну, это рядовой матч из круговой серии, из 15 матчей, которые предстоят команде, один из них они... прошли, но пока прошли не на всю катушку. Ну и, наверное, о составах следует рассказать на эту встречу. Как видим, ESC Gaming представляет у нас Польшу, всеми известные, любимые поляки, Кубин, Лурд, Нео, Паша и ТАСС. Конечно же, парни, напомню вам, сейчас отдыхали, у них вроде бы только-только начинается буткемп, судя по последней инфе, которую мне толкнул Нео. У ребят есть в планах посетить DreamHack, у них в планах выйти на LAN-финалы этого сезона. Просто, ну вот, что ни на есть, обязательным это является, потому что
уж слишком нравится полякам в Киеве. На самом-то деле, давайте включим, наверное, звук. И тут у нас, как видим, Нео Кубин порезали последнего торнадо 1-0 и ЕСЦ. Да, видим, вообще на ножах без шансов разобрались с командой ЛТЗ и, собственно, будут начинать. Да, будут начинать за дефенс. Мы ждем сейчас боевого рестарта, который был уже 90 секунд назад. Кубин желает удачи сейчас своим оппонентам, Трэшик тоже. И ЕСЦ Гейминг, Польша, ЕЛТЗ, Россия, друзья, рестарты, и это лайв. Объявляем второй матч сегодняшнего вечера, то, что он стартовал. Слава богу. Пока не забываем писать по хэштегу, друзья, КССЛТВ в Твиттере. Вот так вот это примерно выглядит. На ваших экранах сейчас должна была появиться наша чудо-режиссерская таблица. Ну и, конечно же, обязательно вступайте в нашу группу в Стиме. ksgo.starladder.tv. Найти вы ее можете по адресной строке /kssltv, либо просто по поиску kssltv. No game, no game, пишут сейчас ЕЛТЗ. Ну, это, конечно, провал. Ну, да, половина раунда прошла, тем не менее, но вроде бы вот второй рестарт. Да, они уже спалили, по-моему, свой раунд, они выбежали в аркаду на Б, да. И не знаю, кстати, где были поляки и кто, собственно, был не готов. На что надеяться сейчас, пока что непонятно. Ну, давайте смотреть, что ж, пинг поляков устроил на этом сервере. У ЛТЗ полтинник, 62 торнадо, 39 Иксон, 46 Деза. И посмотри, играют как с Дат Тим, быстро выходят на Б-плант. Попытаются там, наверное, как... Ой, Кубин услышал всю засаду, тайминг, выжидает тайминг. Тайминг пошел, гранатка пошла, накоцала она очень плотно, отдает Зик, перестрелка. Занимает Б-плент, очень быстро, посмотрите, что делает Паша. Он уже зашел в спину, вместе с ним в ассисте есть Стас. И они вдвоем сейчас должны сыграть против ковров. На коврах уже пусто, только нет, два игрока атаки есть, выход в упор. Смотрим. Кубин не сдержал Зик, и Тасс остается 1-3. Сложная ситуация, перестрелка заканчивается в пользу Трэшика. Великолепно, сдержали ковры. Вот могли зайти поляки в спину и раздать всем по головам, но собрались ЕЛТЗ вовремя. И... Ну и, собственно, ЕЛТЗ начинают уверенно. Вот ничего не стали парни менять по сравнению с предыдущим матчем. Точно так же сыграли против команды Dot Team, побежали в аркаду на Б-план. Ну и, собственно, взяли раунд. Первый раунд, который был им нужен. Не, ну если они сейчас обыграют поляков, как они потом объяснят свое поражение датам, я вообще себе не представляю. Не, ну ЕСЦ, да, титулованная, известная, конечно же, пятерка польская, но в новой дисциплине. Опять-таки же, Женька выходит первым на Б-план, делает open track, забирает Нео. Кубин единственный, кто сделал размен в этой позиции. Ну и дальше ЕЛТЗ продолжает разбираться с поляками. Дальше просто идет пошаговый сбор халявы со всех сторон. Ну вот, может, кто-то убьет, но я думаю, что Дезен достанет сейчас минус. Судя по АД, и нам АД показывает... Да, Лурд нам показывает АД, и Дезен его забирает. Кстати, Лурд сократил сегодня свой ник, написал он его LRD, что это значит. Ну, это аббревиатура от ника Лурд, конечно же. Вообще, в последнее время польские титаны не юзают свои настоящие ники на ланах, видимо... Всему виной возможная череда неудач. Вообще, если кто не помнит, на ES Ялан финалах, друзья, в Далласе эти парни отвалились от Quantic Gaming в финале лузеров, если я не ошибаюсь. Это было, наверное, самое неприятное поражение для польской команды с учетом их непосредственного подъема в рамках ESL Лиги в онлайн части сезона и поездки на Лан. Правда, их там пригласили уже, но тем не менее, сыграли они, конечно, с американцами. Ну и ряд европейских турниров, включая с финала пятого сезона StarLadder, парни удачно просто проворонили и сыграли крайне неудовлетворительно. Но вот со StarLadder у них есть объективная ситуация. У них заболел Паша. У Паша словил воспаление легких. Да, том, просто что... нежданно-негаданно. На самом деле общался с Александром. Он точно так же себя плохо чувствовал еще на Копенгагене. Ну, в Копенгагене. Да. Тогда говорили Паш, что надо что-то делать. Но парни крепкие и решили все-таки, что организм Паши справится сам по себе. Но воспаление легких, болезнь такая нешуточная. И пришлось итоге... полечиться. Да, пришлось полечиться. Ну, расклад такой, что вот в Киеве, например, как раз-таки как тогда, когда ЕС проиграли команде Нави, на следующий день буквально, перед отлетом с утра, рано утром, ТАСС, очень-очень боясь за Пашу, начал звонить, наверное, всему стафу КССЛТВ, и у кого были номера, и, в общем-то, Пашу пытались там определить, полечить. Но, тем не менее, поляки потом еще... А, они отказались от ЕМСа, чтобы полететь в США, вот это, опять же, за болезни Пашу. Ну вот, в США результат был неудовлетворительный, посмотрим, как сезон весна-лето соревновательный проведет польская команда. Кстати, у этой команды, возможно, появится скоро совсем другая организация. Так, а посмотри, что у нас происходит. Торнадо быстро занимает зигзаг, есть первый минус там, забирает Кубина. Нео. Что такое? Нео моментально разменивает своего тиммейта. Ну вот команда ЕЛТЗ как-то вот небрежно воспользовалась вот этим шикарным минусом от торнадо. Надо было зажимать оставшегося Нео на Б-пунте моментально. Но вот в итоге Трэшик забирает Нео.
Деза минус Паша, который пришел на хелпу. В итоге ситуация 2 в 4. Тасс и Лорд против Деза, Тиксензиля, Женька и Трэши. По-моему, они уже сейвить пошли. Тасс да, пошел сразу сейв. На сейв. Даже не думая. Ну, тут, видишь, у поляков тоже с дефенсом явно какие-то проблемы в дебюте матча. Да я думаю, у поляков вообще сейчас проблемы. Я считаю, что эта команда вообще не в форме. А последний раз, вот когда мы с Маркеловым ездили в этой супер маршрутке за 2.50, Марик мне вообще сказал, что у них там идеально все как-то, ну, очень плохо, потому что они тренятся мало сейчас и практически не играют. Ну, индивидуально, естественно, играют многое, что понятно, да, но вот... как команда, как да? команда, именно, они пока что еще не готовы, но... Ну, вот на самом деле, они уже прошли вот в пятером большую дистанцию, такую, как и временную, так и турнирную, поэтому, вот, наверное, просто поднадоели друг другу ребята, есть такое, вот, знаешь, когда переизбыток общения с одними и теми же людьми. У них там не переизбыток общения, у них просто нет старых добрых буткемпов, как Нел говорил. Сейчас пока из домов играют, вот, но придет скоро время, когда они снова за гири, за штанги, Паша в подвальчик куда-нибудь зашпилится, и начнется вот это вот польское качевое месиво, друзья. Ну что ж, вот трэшик, Operation Payback Contributor, купивший совсем недавно у Альф. Смотри, какая раскидка, Аркадий Зигзаг, Торнадо минус Кубин. Ну это просто, ваноль на Зиге за Торнадо, забрал Кубина два раунда подряд, Женя подхватит, также разыгрывает. Очень безумную стрельбу показывают ЕЛТЗ при прорыве Б-планта. Посмотри, куда залезает у нас Торнадо. Ключевая роль здесь явно за ним. Он заходит в спину к игроку защиты. Это просто ложись спать, Торнадо, я пришел. И вот смотри, там еще вот Вурд просто бежал уже на хелпу своим тиммейтом. Но также пришел не совсем своевременно, но делает два шикарных минуса. Минус но трэшик, трэшик, раунд как орешек. Да, 5-0. 5-0, ЕЛТЗ пока счастливы вместе. По-моему, поляки немного шокированы вот таким. По-моему, поляки, которые, да, сейчас посмотрели игру команды ДАТ, немножко шокированы. А как тебе ЕЛТЗ, которые просто не меняют направление атаки, а ходят постоянно 3-2-Б? Да, это скорее всего, здесь просто поляки столкнулись сейчас с русским КСом, понимаешь? Уже давно такого не было, просто именно по стилю игры. Опять-таки же Аркада Б. Вот не знаю, откуда вот такие вот ошифровки у команды ЕЛТЗ, но вот пока они работают. Но тут уже Кубин с Нео должны, в принципе, с третьего раза попытаться как-то хоть принять это все дело. Ну вот у Кубина получилось, и Кубин... Кубин. Тасс помог Кубину, как видим. Ну и все-таки Бэплэнд остался за защитой, но остался Диза, остался Трэшик. Диза может на центре! Лурд, естественно, реализует этот момент. Трэшик последний, попытается сыграть в бога, но слишком глупо выглядел выход на Б-плент от команды ЕЛТЗ еще с самого начала, поэтому в этом просто раунде... безраздумная раскидка, бегут парни, кидают все, что попало, куда попало, ну и, ну, собственно, да. Пытаются вот, не знаю... Не, раскидали они правильно, они ожидали, они просто не знали, что Кубин будет стоять не зига, ведь два раунда подряд зиг проносили, а там зашли спокойно. Просто нужно завязывать вот с этими супер выходами под Б-плант. Да, вот эти супер аркады, они рано или поздно должны были быть прочитаны польским коллективом, ну и, собственно... Ну и шестой раунд сыграли, в принципе, не в свою пользу ЕЛТЗ. Сейчас начало седьмого, как мы можем посмотреть, уже есть у ЕСС попытка на инфу разыграть. И, по-моему, сейчас команда ЕЛТЗ попытается занять мидл. Да, они уже заняли мидл, раскидали перемычку. Как дальше будет действовать, пока непонятно, но трэшик явно хочет в люльку, чтобы зайти к кому-то в спину. Так, Лур там забирает контроль, что Тиксензвилек вот контролил спину игрок команды ЕЛТЗ, но не справился с Лурдом в итоге. Женя, размен у нас пока 3 в 2, поляки в численном преимуществе. На самом деле пока что непонятно, что может вообще произойти. Просто здесь такая ситуация, что сейчас кто-то, если у поляков забредет куда-то, не тут трэшик. И трэшик! Минус Паша от трэшика. Да, просто давил. Уходит в центр, ловит флешку, сразу же считать его пытаются сейчас игроки защиты. Вот это лол, и знают, где лурд находится. Последний, побегут, наверное, на Женя. Нет, под Б, будет стягиваться. Посмотри, Женя пошел с бомбой, трэшик остается в метре. Стреляется с центром, оставляет лурду 14 кп, лурд стягивается. Нет, лурд бежит на Женя тем временем, топает под Б. Так, 20 секунд. Да, вот Женя. Это интересная ситуация. Оба игрока красных, и тут кто первый попадет, тот и победитель. А лурд, наверное, засейвит, как я понимаю. Не-не-не, он просто будет выходить в спину с ковров, явно хочет поставить Женю. Но тут и тайминг, и он хочет поставить Женю в тупик, конечно, но тут и тайминг, и позиция за Женей в любом случае. Да, вот Женя должен сейчас понять, что вот тут никто не топает, и соперник придет совсем с противоположной точки, но вот пока никак не поворачивается. Ну и, видимо, лурд тоже не особо топает. Ну, конечно, да, это очень важный раунд, который переломит сейчас ход так, игры. Так, вот, если... Женя услышал. Ну и теперь кто кого?
Женечка, конечно же. Да, вот. Куда ж без Жени ЛТЗ? Молодой перспективный игрок забирает Вурда, и счет становится 6-1. Полякам не дают закрепиться экономически. И, собственно, большой провал теперь по деньгам. Вынуждены поляки сливать. И это чревато последствиями. Трэшик. Кстати, кривой дым, по-моему, да, откидает да. он. Не, ну он долетит куда надо, я думаю. Да не долетит он никуда. Забрали. Но тем не менее, мид они все равно закрыли. Юльку нет, но мид прикрыли. Женя минус Стас и врыв от трэшика. Против Кубина сейчас, по-моему, будет снова вот эта вот великолепная дуэль на зиге. А вот поляки готовили засаду на Б-пункте, старались угадать направление атаки команды ЙОТЗ. И, собственно, сюда в итоге стягиваются все игроки русской пятерки. Посмотрите, неплохо расправляется на эко-раунде. Паша, Вурд, два минуса дают. Ну, а бомба ушла спокойненько на за красные ящики. Здесь уже не смогут ничего поляки сейчас сделать. Вурд дает интересную флешку, которая должна была флешить. Парни на пленте, она его оплэшила, но слишком поздно. Позиция отдана, во времени проиграли. И несмотря на такую успешную, казалось бы, инициативу для польской команды и шанс на этот раунд, они сейчас стоят не очень твердо против позиции ЛТЗ и для полного участия не хватало полякам дефузов. Ну, собственно, тут видим... Атака дефузы не носит вместе с АК. Наше дело бомбу ставить! Нет, поляк. Паша неплохо разбирается. Минус Дэвон, минус Дикса. Но вот Женька не справился. Я имел в виду то, что они типа девайсы выбили. Вот если бы еще и дефузы выбивались из терроров. Знаешь, с каждого третьего убитого террора выпадает пачка дефузов, бутылочка колы и огромный разорви лицо. Из Макдональдса. Батька-бургер. Батька-бургер, да. Так, ну что, Женя, смотри, молиться сразу начал после такого раунда в небо. Устремилась его мышка. Счет 1-7. Пока что польская пятерка выглядит как скорее как польские пряники. ЛТЗ, по-моему, очень-очень вот рады вкусить плоды. Так, и что это у нас намечается? Опять какой-то вот выход 3-2 или нет? Не, поляки решили выбить центр сразу на первых секундах раунда, но тайминги ЛТЗ изменились как раз-таки в этот момент, и сейчас они в минусе находятся. Но, тем не менее, шансы разыграть есть отличные, центр уже заняли, и все зависит от того, как сыграет Зига. Да, пытаются выкурить сейчас. Пытались выкурить Кубина из Зиги, дали дым на люльку. Диза минус Лурд. По-моему, в аркаде пытался. Нет, Диза снял у ямы снял, по-моему, либо здесь, либо здесь. Мог, конечно, тут. Ковро но... выходил Диза, он пытался забрать таза в пленте, но не... Пашу растерзали на 2-2, сейчас сыграет Кубин. Хорошая граната от Кубина и спрей-контрол должен был быть от игрока атаки, но почему-то он его не увидел. В итоге Тиксон отрезал Кубина, но последний из Б, 2 в 1. Нео, и Нео, ну вот не хватает здесь. Вот сейчас команде SC Gaming просто не хватило Нео. Вот если бы он в этой ситуации... Чуть-чуть раньше оказался да. бы и помог своим тиммейтам, было бы все куда поинтереснее. Ну, Нео, знаете, вот тоже о нем очень много спорит. Например, европейская комьюнити, российская тоже, КС-сообщество обсуждает активно. Что же с ним все-таки случилось, почему сейчас он не в такой отличной форме? Просто если вспоминать времена 1.6, этот парень давал имбо моменты. Да, что касается CSGO, он давал имбо моменты, но вот почему-то именно... Частота просто моментов очень такая большая. С большим промежутком выдает мне вот эти вот свои хайлайты. Мы сейчас повторный раунд смотрим за Женей. Ну, тут у ЛТЗ все как по шаблону, все как по учебнику. Сейчас изолируют Пашка. Все, на Ярослава залетел у нас дымочек. Женя открылся. Ну, и любой путь здесь будет должен быть наказан. Трэшик, вэпленд. Вот видим, ЙОТЗ, по-моему, почувствовали уверенность, так вот действуют фривольно, можно сказать. Ну еще сказать. Бы, слушай, у них на 10-й раунд счет 8-1 на середине 10-го раунда, и они сейчас готовы взять 11-й. Они имеют все шансы здесь выйти на такое преимущество. Ну вот сцепка на центре сработала, звено Лурда плюс Паши, вот начинаю узнавать тайминг польской пятерки, наконец-то. Лурд минус Диза вообще великолепно сыграли, но 2 в 2, и эти девайсы лучше бы, конечно, засейвила команда ESC. Трэшик в полете ловит голову Лурда и еще и забирает Пашу. Это просто лол. Это просто лол. А я пока что у Юры на мониторе посмотрю этот повтор. Вывести вам, к сожалению, пока не можем, но... Да, просто шикарно свалил. Это был вообще брутал. Брутальный хардкор просто. Вот я люблю ловить пули, да. Лбом ловлю свинец и все такое. 9-1, 8 раундов разницы. ЛТЗ катастрофически впереди. Как ни крути, и сейчас их пытаются польские
Польская команда пытается их прожать. Ой-о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 й-
Юнте. Забирает Паша. Что происходит с поляками? Это просто мега невероятная и уверенная игра от команды ЕЛТЗ после сокрушительного поражения от Дат Тима. Неудобного поражения. Торнадо. 4 минуты в этом раунде. Неужели без Дейс? Нет. Подожди. Сейчас Кубский пойдет тащить. Сейчас у Кубский уже нет выбора. Понимает он, что вся польская... А вот тут интересная заруба у нас будет. Молодость или опыт? Ну, вроде бы не узнает, где находится последний игрок команды. Женя тоже знает, у него тоже есть X-Ray. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А бомба... Ну, все, это минус Женя. Бомба не за красным. Но Нео его убивает. Нео великолепно разобрался в ситуации 1 в 3, сделал 2 минуса, но и оставшись 1 на 1 с Женей, забрал. Тут у нас получилось два просто мега шикарных момента с индивидуальным высоким уровнем. Один момент от Торнадо, второй момент, конечно же, от Нео, но Нео, по-моему, здесь просто... Вот сейчас это был Нео. Да, это был тот самый Нео, которого мы знали давным-давно. При том, что смотри, купил диффузы. Вот он единственный, кто купил еще с того раунда диффузы, понимаешь? Это ж вообще надо быть таким. Ну, для ЕЛТЗ, не знаю, мне кажется, вот такие раунды обидно очень проигрывать. Главное, что команда поплыла. Вот отличная 2D от поляков. Сразу играет Торнадо, минус от Паши. Ну и сразу играет агрессивно, поджимает миду. Тиксон пытается здесь как-то притормозить буйных поляков. Ему это удалось сделать. Женя отстреливает Лурда. Ошибки преследуют ЕСЦ. Бомба, кстати, на атаку. И сейчас Женя может занять, в принципе, весь плент. Если нет, не контрит КТ, респаун. И все, ЕЛТЗ в тупичке. В тупичке, в большом, огромном тупичке. Трэшик отдается Зиге. Линейно поляки разбирают. Линейно при счете 9-2. Ну вот, наверное, вот... Это точка вот такая вот называемая, вот тот раунд, который потащил Нео, ну, для поляка. Вот после этого парни должны собраться и брать все подряд. Начало раунда началось очень плохо для ЛТЗ, потому что слишком агрессивно сыграли. Видимо, вошли в раш, подумали, что не будет здесь. Смотри, Кубин в простой ситуации не попадает Тиксонвилля. Остается 24 хп у Кубина, ну и понимает, что лучше оттянуться и не стреляться. Ну Тиксон уже, по-моему, идет резать Нео сейчас. Не, да, уйдет с гранаткой, он его красиво за гранаткой. Нет, застрелит. Вот поляки грамотно зажимают с двух сторон, ну вот Тиксон минус Кубин, но Нео приходит очень своевременно в спину и забирает последнего игрока команды ЕЛТЗ. Все-таки за 6 раундов поляки будут твердо стоять, отдавать, естественно, они сейчас не собираются. Нифигашеньки. Ну им не стоит. Вообще, в том соревновательном сезоне StarLadder'а польская команда... Терпела очень жесткие качели, друзья. Вот парни вышли на лан, но на лане не показали ничего четкого. Но опять-таки, в том сезоне все было щекотливо. Ну что, ЕЛТЗ сливают, и SC Gaming набирают сейчас, наверное, форму после этого раунда. Понимая, что соперник раздавлен по деньгам, попытаются поляки еще раз сыграть девайс неуспешно. Этот раунд 13-й. Номер 13 можно, наверное, даже не учитывать, да? Ну, вот то, что вот мы его посмотрели. Ситуация из плачевной превращается в вполне играбельную. Такое ощущение, что раунд прошел мимо. А вот согласись, вот возьми этот раунд, когда Торнадо сделал минус 4, и ситуация была 1 в 3 с поставленной бомбой. Все просто шикарно. 10-1, там 11-1, 12-1. И что, и где поляки? Но нет, придумали себе парни на голову проблемы, и, собственно, теперь за это будут расплачиваться. Смотри, решили ЕЛТЗ старую заготовку свою использовать. Шторм за фронт на Б-плент с Зигой, с центром и всеми прочими невероятными раскладами. Может быть, даже получится сейчас у них. Нет, захалдились. Посмотри, ЕЛТЗ захалдились. Ай-яй-яй. Теперь пытаются уже почитать позиции поляков. Видимо, их слишком что-то здорово напугало. Такая ответка от ESC Gaming, потому что смогли все-таки они урвать четверку. И сейчас у Кубина будет тайминговый прием. По-моему, хороший. Да, он еще и флешечку прочитал очень четко. Ну вот вообще сейчас четко принимают. Кубина не вот. Два ствола принимать. Один выход есть. Два минус. Ствола. И ой-ой-ой, жарит Кубин. Нео. Какая комбинация? Вот, это бессмертные парни на своих вот, позициях. А вот это уже можно и хайлайтиком назвать. Вот тот самый, который мы вот так хотели увидеть. Три отличных хедшота. Ну и, собственно, очередной раунд в копилку команды ESC Gaming. Ну а трэшка, как видим, запустили на плент одного. Ну и 9-5. Слушай, по-моему, поляки в атаке что-то покажут. Я просто помню моменты, когда их обыгрывали, в принципе, на Мираже. Команды слабже их, но это уже была карта, которую ЕСС была не готова. Слабже? Ты как уже поляк разговариваешь. Слабже? Ну, да. Слабже. Слабже была. Это карта, чем у остальных команд. Да и CSGO вышел только-только. Вот. А сейчас, как видим, поднабрали
силенок. И за нападение вообще они в один из моментов показывали очень уверенную игру еще на Старладдере в том сезоне. Так что может быть именно... Хотя я не думаю, что они выложатся на все 100 и покажут игру в атаке прям 100%. Так, а тем временем начинается раскидка на аплент. ЕЛТЗ готовятся к выходу на А, ну и давайте смотреть. Бас помогает собирать сейчас Катьяма, ну и как видим, поляки тормозят вообще за секунду всех. Просто великолепный прием аплента, счет становится 9-6, поляки делают камбэк в первой половине, и нас с вами, друзья, через минуту ждет старт второй. Да. Ну а пока можно обратить внимание, наверное, на статистику и посмотреть все-таки на то, что Лурт настрелял 16-11. Ну вот до World Edit его тридцатки не дотягивает паренек. Ну да. Так сказать. Вообще какая-то качельная Мираж карта, если быть честной. Если уж вообще честно, да, просто... Такое ощущение, что ЛТЗ с датами разминались. Здесь что-то первую половину очень жестко показали, но не смогли вот именно отстоять свои позиции до конца всей первой половины. И счет остался весьма... Весьма-весьма. Интересно. Ну что ж. Таз? Так, да, вот. Что с тазом? Сейчас будем наблюдать за... Польским капитаном. Польская капитанска. ХФГЛ он написал. ХФГЛ. Ну что, начало второй половины, друзья. 9-6. Поляки. Польская пятерка пока что проигрывает. У ЛТЗ есть 9 раундов. И пистолет на раунд, в принципе, должен стать. Поляки, по-моему, играют точно так же, как сыграли и ЛТЗ. Будут аркадить веб-план. Вот видим единственный, кто контроль фьюдил, это Нео. Ну, по раскладам посмотри, здесь на выпад центр готовится. Ну, смотри, это все-таки не аркада, это будет просто под раскидочку выходят. Ну и, собственно, есть первый за торнадо, забирает Пашу. Продолжает за выход на бэкплан, Гэнни минус Нео, да, забирает торнадо, ставит бомбу. И вот теперь ситуация 3 в 4, поляки в 1 в 2, и мы продолжаем смотреть. Пытаются выкурить Зиг. Ну, вдвоем у них получается неплохо, но вот Таз... Так, а вот 1-3, Таз, минус Женя, минус Деза. Остается 1-1 против Тиксенсвилла. И Тиксен совершает ошибку, лезет на Таза, и это жесткий хедшот. Да, просто великолепная игра от польского капитана. И счет становится 9-7, поляки берут пистолетный раунд. Благодаря одному лишь капитану, друзья. Ну что ж, два раунда преимущества ЕЛТЗ за собой сохраняют. У них есть... возможность со счета 9-9 попытаться брать девайс на раунду, но в этой встрече в любом случае легко не будет ни полякам, ни российской команде ЕЛТЗ. Хотя, может быть, ЕЛТЗ на эко удивят. Хотя, посмотрите, они укрепили А. Но нет, польские девайсы все-таки еще девайсы, и парни стоят очень твердо. Разменялись раундами. Пистолетка, эко, ну, в общем, все пока что в темпе. И темп, кстати, первой половины сохранился. Никто не выдохнул, как я понял, ни ЕЛТЗ, ни ЕСЦ. Хотя ЕЛТЗ-шкам бы пора было выдохнуть. Ну вот это сейчас сыграет всю роль. Но поляки уже берут 7 раундов к ряду. Ты посмотри, ЕЛТЗ закупаются, слившись всего лишь один раз. Они не согласны с таким поворотом событий. И они не хотят дать польской команде сейчас навязать свой стиль игры. Они, наверное, рассчитывают на то, что сейчас поляки сыграют агрессивно. И, собственно, это поспособствует вот нежданчику от команды ЕЛТЗ. Но поляки играют медленный раунд под Б-плант. При том, что очень закрыто и пассивно себя ведут на карте. Соответственно, шансов у ЕЛТЗ дать какие-то фри фраги на первой, не знаю, на первых секундах 18 раунда очень-очень-очень мало. Ну и можно посмотреть так, на трэшик. Ну, под раскидочку пошел выход на бэкван, трэшик в одиночку пока принимает, ждет своего тиммейта. Ну, принимает не совсем удачно, Паша забирает Женю, трэшик, минус Тас, ну вот моментально Кубин разменит своего тиммейта. Поляки занимают бэкван, Нео, минус Деза. Не, тут все, тут все, еще да, и Лурд в спине. Тут уже 9-9, как по мне. Торнадо и Тиксенсвилл попытаются засейвить свои девайсы, ну а поляки, собственно, будут мешать всему этому действию. Лурд уже, по-моему, знает, где помешать и куда помешать. Или подмешать, я не знаю, дегтя в огонь. Так, вот Лурд должен выбирать первого, минус Торнадо. Остается последний Тиксенсвилл, также даже не знаю, где находится игрок Тиксенса, ну и должны зажимать его. Да, думаю, тут на кабанчика. Не, ну подраться надо здесь Тиксену, конечно же. Ну, вот все красные в итоге, Паша, минус Тиксен, счет становится 9-9, и, по-моему, ЕЛТЗ потихонечку, но рассыпаются на мелкие кусочки. Расклад такой, что поляки сейчас просто выйдут вперед по одной простой причине. Они, поняв, что команда ЕЛТЗ, возможно, может закупиться, сыграли медленный раунд, который удивил всех игроков команды ЕЛТЗ, и на конечном итоге по разменам ЕСЦ, как видим,
вышли все-таки вперед. Ну и вот они, поляки. Напомню, что ЕСЦ проигрывать в этом сезоне вообще нельзя ни одной игры, потому что конкуренция выросла, еще команды на 2, на 3, и каждый может ворваться в топ-4. Но вот по поводу стабильности них, наверное, не будем ничего говорить, а вот полякам бы, конечно, кровавольных ситуаций стоило бы избежать, как в прошлом сезоне. У них там были драки за очки, но попали на ланы. Я думаю, у них еще есть, знаете, это, кстати, чемпионы вообще первого сезона по CSGO, если уж говорить, который был на Саладере. Ну да, так и есть. Ну вот что-то вот после первого сезона у поляков не заладилось. Например, команда Virtus.pro или команда Na'Vi не заладилась у них. Ну да, неоднократно не заладилось. Помнишь, мы как-то общались вроде... А, нет, вот тебя тогда точно не было. Мне еще Ангел вроде говорил, что у поляки реально вот за счет опыта они поездили на ланы, да? Вот за счет опыта первые турниры у них получалось как-то играть, да? Но скорости игры они по-прежнему не чувствуют. Ну вот, например, Na'Vi, я уверен, ЕСЦ просто вообще раздербанить. Я даже просто, должны. Знаешь, по себе замечаю. Ты мне говорил, что, типа, в CSGO надо жевать, целиться по верхней палочке прицела вот этого, да? Ну. И тогда, типа, ну, прицел чуть ниже должен быть. А у меня четко, вот, типа, центр прицела должен, типа, наводиться на голову. Ну и, собственно, частенько мажу из-за этого. Ну вот. То есть вот к этому надо именно прийти. Ну. Видишь, он сейчас куда стал тебя стрелять, отвел вниз сразу. Сейчас будет Паша просто, сейчас будет залетать у нас как... Ой-ой-ой! По-моему, поляки почувствовали. I'm Batman! Говорит Паша, но его почувствовал Тиксон сейчас. 3 в 4, шанс для ЕЛТЗ отбиться в раунде. Торнадо дарит возможность. Забирает Лурда. Одно из ключевых звеньев, между прочим, сейчас у ЕСТ не сыграло. Поджали Зига. В итоге спрея трэшика минус Худи Нео. Тиксон, и тут какая-то крутила майшея. Не могут попасть друг по другу. Танцуешь. Просто, что происходило только что? Это какое-то... Какое-то непонятное действие. Ну и теперь Нео один. Торнадо и Нео сегодня берет все кватч раунды, прошу заметить. Это уже 10-й раунд подряд, который берет команда ESC Game. Я беру, счета 9-1. Вот. Я беру свои слова назад. Нео оставил за собой право быть имбой. И даже в этой версии Counter-Strike, но вот с пистолета он не попадал вообще прекрасно просто. Я... Видите, вот Нео пытается поймать парня на стрейфе, а стрейфы здесь не такие, как в 1.6. И модельки подловить игрока соперника даже в упоре очень трудно. Так что стрельба здесь потяжелее. Любители 1.6 могут дальше идти и рассказывать всем, что физика здесь не очень. Не, реально посложнее. Вот Паша, как трэшика просто наказал трехочковой баночкой. Предварительно полоскал его своим свинцовым другом. АК. И минус Тиксон. Полоскал свинцовым другом. Ну да, и посмотри, пошел дальше своего свинцового друга развлекать. Пашин свинцемет просто пока самый нереальный. Слушайте, ESC это действительно нереальное. Мне уже интересно будет посмотреть тупо принципиально матч дат против ESC. И я хочу знать, смогут ли что-то даты сделать ESC Gaming. Смогут ли они сделать больнее, чем ELTZ? Ведь даты обыграли ELTZ на этой карте. Я вообще жду зарубы Fnatic против Virtus.pro. Вот это вот первый матч, который вот действительно будет заруба. Кстати, коэффициенты дают шикарные. На Virtus.pro 1.3, на Fnatic дают 3.5, как по мне, за даром. Я бы рискнул и взял. Но... Посмотри, что делают поляки. Они, по-моему, поняли. Да это русские, тут надо Б, парни. С русскими на Б. Так, ну Женя и дает первый минус, играет Нео. Отличный выход с Б-плента. Женя никак не ожидал результата. Скакай, голова. Забирает Тиксон Звилля. Размен у нас пока был равный, но вот Паша опять-таки же... Сейчас может сыграть Диза и... Команду вперед. Диза не контрит первую позицию. Диза, вторая позиция. Диза! Нет, не сегодня. ЕСЦ не отдадут. ЕСЦ не отдадут. Просто сейчас этот расклад. Посмотри, граната. И она никуда не улетела. Вообще 2 в 1. Торнадо 100 хп почти есть. Ну 67, нормально. Нужна была сейчас пачка и реакция. Но не ждал Торнадо, что его ждут на голову. 13-9 в пользу ЕСЦ. С русскими надо на бой. Поляки, по-моему, совсем решили дать. 13-9. Отворот-поворот. У меня просто в голове не помещается, как такое может быть. Вести со счетом 9-1, отдать раунд 1-3, и после этого просто. Команда поменялась кардинально. И мы уже не видим тех ЕЛТЗ, которые в начале первой половины бегали и просто без шансов сношали польскую команду. Что это такое? Как такое происходит? Я не могу понять. Эх, тяжело. Тяжело, однако, команде ЕЛТЗ сегодня будет. Но зато после таких матчей они могут спокойно себе позволить, скажем так, проанализировать свои действия, посмотреть демки. Вообще онлайн-матчи они для этого и нужны. Но я думаю, что вряд ли в ближайшем времени мы увидим на лане зарубу ЕЛТЗ против ESC Gaming.
как бы нам этого с вами не хотелось. Ну что, выход апленд под привлекательную достаточно раскидку. Поляков она всегда выглядела привлекательной. Вот пока разменами заходят поляки на апленд. Три точки сконтрили, все, минус от Паши. Да, в итоге трэшек, один в три и теперь... Смотри, как закрыли, но трэшек успевает заметить таз и поставить хедшот. Вот это рубанул. Рубанул поляку просто. Вот не дал сыграть идеально, пытается вжать в Пашу, но позиция Паши... была преимущественно выгодной, потому что оппонент остался в дыму. 14-9, серия раундов от ESC Gaming во второй половине просто чудовищно. Они выигрывают прям просто мега жестко. 8 подряд. Как тебе? Нет, не 8 подряд, 13 подряд раундов. Был счет 9-1. Ну, я за вторую половину вообще, ну да, так да. Вообще 9-1, 13 подряд. Лурд минус торнадо. Походу поляки не собирают останавливаться. Есть очередные два минуса. Деза, правда, вот забрал Лурда. Продолжается у нас серия разменов. Ну вот, наконец-то выровнялись команды по составам. Деза, Женя и Трэшек против Нео, Таза и Кубина. 3 в 3. Ну и давайте смотреть. Давайте, наверное, смотреть за Женей. Услышит ли он сейчас, мне интересно, под Б какой-то топот минус трэшек от Кубина. Вот это уже плохо. Это уже плохо. И Женя сейчас выйдет в огонь. Контактный на центре с Кубиным, но Кубин ушел. Все, не успел. А таз на вот момент в спине у Жени открылись. И Женя сейчас не знает то, что на Б уже вышло два парня. Они его тоже, в принципе, не видели. Посмотрите, заходит, даже не видит, не догадывается. Для кого-то сейчас будет нежданчик. Вот Женя спалился. Должны теперь поляки законтрить. Да, просто 2-2. Но Женя не так-то просто. Рубает таза. Кубин разменит моментально игрока команды ЕЛТЗ. Ситуация 1-2. Красный Деза против Кубина, который ставит шикарную пачку. Счет 15-9. И у поляков 6 матчпоинтов. Друзья, после счета 9-1 поляки просто собрались невероятно. Взяли 14 раундов подряд. И, по-моему, сейчас будет 15-й. Самое интересное, ни раунда не дали ЕЛТЗ во второй половине. А вот она сторона защиты, которую так все комьюнити активно, спорно обсуждает. Думает, что все там будет. Ну и просто в аркаду выходит на аплен. Польские игроки, таз, минус торнадо. Решили, you guys got aimbot on my head, говорит таз, но это уже... Это уже просто приколы конца встречи. Сами мы с вами прекрасно видим то, что на апленд зашли спокойно. 2 в 1 остался Женя, его законтрил Лурд. Счет становится 16-9. И команды покидают игровой сервер SLTV Star Series, друзья. Поздравим команду ESC Gaming с первым успешным матчем в этом сезоне. Они, по-моему, заслужили небольших аплодисментов. Они долго просыпались. У нас в студии есть искусственные аплодисменты. Да-да-да-да-да. Мы их иногда с Юрой можем включить. Вот я просто не могу понять. Вот у меня, вот, честно, вот что произошло с командой ЕЛТЗ, которая вела со счетом 9-1 за атаку. Торнадо просто раскидывал поляков на апленте практически в одиночку. Но стоило Нео взять раунд 1 в 3, все, посыпалась команда, минус морали. И, собственно, счет на табло 16-9, поляки... Практически без шансов, можно сказать, по итогу обыгрывают команду ЕЛТЗ. Ну, а я еще напоследок, наверное, зайду в комментарии на CSGO-StarLadder.tv. Может быть, там кто-то что-то по поводу этого матча описал интересное. Это заруба будет смотреть всем. ЕЛТЗ, нафиг, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что мы делаем с такими людьми? Вот это... Отправляем. Я вообще в шоке, когда чувак пишет то, что ЕЛТЗ надо гнать, они такие плохие, позорит только. Чувак, эти парни выиграли про серию, а ты сиди в бане, капусту грызи и расти себе мозги. Мы с вами увидимся после рекламной паузы. Далеко не разбегайтесь. Оставайтесь с нами на CSGO StarLadder.tv.